Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про лучшие породы собак-пастухов. Эти собаки были выведены для помощи в уходе за скотом. Каждая из этих пород может похвастаться хорошими охранными качествами, выносливостью и интеллектом. Эти животные очень преданные и смелые. Доверенные им стадо они будут защищать до последнего. Представляем вам топ-5 пород собак-пастухов. Староанглийская овчарка или бобтейл – порода пастушьих собак, выведенная в Великобритании. Эти животные обладают смелым характером. Их громкий лай с характерной хрипотцой способен отпугнуть хищников от стада, которые бобтейлы охраняют. Староанглийские овчарки отличаются преданностью и послушанием. Энтлебухер Заненхунд – прекрасная собака-охранник, компаньон и пастух. Представители породы очень выносливые. Эти животные были выведены естественным путем в швейцарских Альпах. В труднодоступной горной местности пастухи выбирали только пригодных для пастьбы и службы собак. Энтлебухер Заненхунд отличаются высоким интеллектом и великолепными способностями к дрессировке. Бриар – это собака с уравновешенным характером, но при этом развитым сторожевым инстинктом. Эти животные верны своему хозяину, умны и самоотвержены. Они хорошо идут на контакт, легко обучаются. Представители породы работоспособны и выносливы. Их густая шерсть позволяет им прекрасно чувствовать себя даже при низких температурах. Обаятельные вельшкорги обоих видов – отличные собаки-пастухи. Невысокий рост и природная ловкость помогают представителям породы легко уворачиваться от рогов и копыт скота при пастушьей работе. Вельшкорги кусают веренных им животных за ноги и тем самым собирают их в группу. Представители породы умны, смелы и верны своему хозяину. Австралийские хиллеры с самого начала своей истории были верными помощниками австралийских фермеров в перегоне скота на большие расстояния. Эти собаки могут работать в самых тяжелых климатических условиях. Они невероятно выносливы. Австралийских хиллеров отличают высокий интеллект, послушание и преданность. Таков топ-5 пород собак-пастухов. Если вы ищете себе не просто лающего друга, но и настоящего помощника в выпасе вашего скота, обратите внимание на одну из представленных пород. Перечисленные собаки имеют все необходимые качества для того, чтобы стать отличными пастухами. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!